Этот малыш появился на свет глубокой ночью. Молодой семье Ярослав, так назвали малыша, уже второй мальчик. Теперь, говорит мама, для полного счастья нужно родить еще дочку. Но это дело будущего. А пока Ирина переживает одни из лучших моментов своей жизни. Такой вот подарочек у меня получился. В 3 часа ночи родила. Вот, значит, сделала подарок своему папе, внука родила тоже ему, 21 сентября у него день рождения, ну и вот внук у него 21 сентября тоже родился. Все счастливы, все рады. Хорошее настроение и у сотрудников перинатального центра. В Международный день мира здесь появилось на свет 20 детей, 12 мальчиков и 8 девочек. У нас всегда много родов. У нас всегда, мы очень рады, когда рождаются дети в многодетных семьях. У нас всегда есть многодетные семьи. В этот раз нам повезло. В прошлый праздник у нас не было двойни. В этот раз у нас 21 числа родилась двойня, 2 мальчика. Мы очень рады, потому что защитники, значит, мир в этом году точно будет. В спокойной жизни не сомневается и мама двойни. Имена для сыновей уже выбраны – Андрей и Алексей. Осталось только решить, кого именно из детей как назвать. Хороший знак, считает Анжела, родить в день мира сразу 2 сыновей. Мальчик у меня 21-го родился мая. 21-го они родились в один день. В этот день родился их прадедушка. Да, именно в этот день. Вот. И 21-го родилась моя свекровь. Именно все 21 числа, именно она по знаку зодиака близнец, и они близнецы. 49 детей на Гродненщине появилось в Международный день мира. Среди новоиспеченных мам есть и те, которые с рождением малышей обрели почетный статус многодетной семьи. Анжела Кевра также в их рядах. Подарки от Белорусского фонда мира сделали день появления на свет малышей для этих женщин еще более приятным и запоминающимся. Поздравляем женщин, вручаем им единовременное денежное пособие на первоочередные нужды новорожденных, вручаем цветы, подарки от спонсоров. Мы желаем им и их деткам здоровья, счастья, радости, и чтобы мужья не были сторонними наблюдателями, а также помогали женщинам в воспитании деток. Акция «Дитя мира» в областном перинатальном центре прошла уже в 10-й раз. Подарки и денежные пособия за эти годы получило уже около 400 женщин. Хорошая традиция, говорят организаторы мероприятия, будет обязательно продолжена. Алла Нычко, Дмитрий Пастернак, новости, Гродно+.